В Екатеринбурге сегодня вынесен приговор бывшему генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина». За взятку в особо крупном размере Артемий Козласов в ближайшие 10 лет проведет в колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Деньги подсудимый требовал за беспрепятственное подписание актов сдачи приемки выполненных работ и оплату генподрядчику выполненных работ. В ходе встреч высказывались указанные незаконные требования передачи взятки, а также угрозы о том, что в случае невыполнения требований для подрядчика наступят неблагоприятные финансовые последствия. По данным следствия, в 2019 году гендиректор «Титановой долины» вымогал взятку в размере 13 миллионов рублей у коммерческого директора одной из фирм. Деньги он требовал за подписание актов сдачи приемки и оплату генподрядчику выполненных работ. Передача части суммы происходила в одном из кафе Екатеринбурга при посредничестве экс-замминистра Свердловской области Михаила Шелиманова. Сегодня суд назначил Козласову 10 лет лишения свободы, а Шелиманову 9. Оба также должны будут заплатить штраф в размере 13 миллионов рублей. Проект.